Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» розпочинає свою роботу у ефірі. У студії для вас працює Наталія Ігнатенка. Доброї раниці. Глядіть у гэтым випуску. Гомельская центральная городская поликлиника проводит оптимизацию работы своих филиалов. Мета – ликвидовать черги и створить больше комфортные умовы для наведвальников. Распочалась отправка во Узброенные силы Республики Беларусь военнослужащих нового призыву. Сегодня у Гомеля стартует чемпионат по службовым шматборье кинологов с вышуковыми собаками специального призначения. У картинной галереи Гаврила Ващенки сегодня открыта выстава живопису и графики, присвеченная памяти мастачки Татьяны Вакариной. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Гомельщина рыхтуется до проведения дажынак. Як вядома, сёлета яны пройдуць у Рагачове. 18 листопада на свято ураджаю зберутся лепшие комбайнеры и экипажи, дякуючи яким гэты сельскогосподарчий год завершился с больш высокими досягненнями, чем минулы. И калі на надворье не поуплываешь, амаль усё, что подуладно человеку, было зроблено. Валовы сбор склал 1 250 000 тонн, з іх амаль 1 100 000 тонн. Гэта зерневая и зернебабовая культуры, что на 170 000 тонн перевысила узровень 2015-го. Будакашалёвский и Речицкий районы отримали свыше 100 000 тонн зерня кожны. Аграры кажут, что сёлета сподевались на еще больше значный урожай, але радуя и то, что личбы оказались вышейшими, чем летось. Может быть, он и немножко не дотягивает до того уровня, который подготовлен базой. Да? То есть закуплены минеральные удобрения, проведены какие-то организационные мероприятия, защитные мероприятия по зерновым культурам. Ожидали, конечно, может быть и большего. Но вместе с тем мы погодные условия подкорректировать не можем. Мы только должны сделать все от себя зависящее, чтобы при всех благоприятных прочих равных условиях выставить достойным урожаем. Гомельская центральная городская поликлиника проводит оптимизацию работы своих филиалов. Основная мета – ликвидовать черги и створить больше комфортные умовы для наведвальников. Что отрымалось, что стримливая реализацию планов, потекавились наши корреспонденты. У четвертом филиале Гомельской центральной городской поликлиники жартуют, что для организации приема у всех жадающих им не хапает еще нескольких поверхов. При плане на день у 375 человек реально эта лишьба удвоя большая. По великим рахунку зменшить черги могла бы допомогши электронная регистрация. Такая у поликлиницы распрацавана. Але заменить папировые носьбиты покуль не махчима по нескольких причинах. Медицинская картка – официальный документ, отменить якую можно только загадом Министерства аховы здоровья. До того, урашам спотребится электронный подпись, який каштуе не танна. Отповедные сродки у бюджете не предугледжены. В тех условиях, в которых мы сейчас работаем, у нас 52 тысячи на обслуживающее население, конечно, бывает, скажем, уследить за бумажным носителем карты, особенно если пациент записывается к 3-4 специалистам одновременно в один день, очень достаточно бывает сложно, то есть передавать эти карты. Когда мы придем к тому, что у каждого доктора будет своя электронная подпись, и он будет подписываться под своим приемом, то есть введением данных в электронной системе, вообще всякие вопросы снимутся. Каб зменшить черги, у филиала Гомельской поликлиники изменили режим работы регистратур. Теперь они начинают обслуживание 7 годин. Некоторые открываются и аж ранее. Во всех филиалах пропонуют запись по интернете. Выкористовывают такую махчимость не все, але колькость тех, кто приходит за талончиком самостойно, постоянно снижается. Более 60% населения сегодня записываются на прием к врачу через интернет. Только за 2016 год запись через интернет увеличилась в 2 раза. Она востребована. У центральной городской поликлиницы признаются, махчимостью для поляпшения якости обслуживания еще шмат. Например, выписывать хроничным хворым рецепты на леки, как минимум на полгода, как позбавить от необходимости частого наведывания поликлиник. Не до конца дрогулявана и система приема по записи. Ни для кого не секрет, у чергах перед кабинетами можно провести не одну годину. То некому спотребится трапить до ураша терминово, то самим медикам не хапает часу, как провести прием у вызначенный термин. Гэтая проблема сегодня так само у поле зроку администрации Гомельской городской поликлиники. Системность приема врача в соответствии с той записью, которая у него осуществляется ежедневно. Чтобы прием осуществлялся сугубо в отведенное для пациента время, что позволит сразу исключить хаотичность и образование очередей незапланированных. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».
Дарэчы, галоўны ўрач Гомельскай цэнтральнай гарадской паліклінікі Вячаслаў Яшчанка стане сёння гостем студыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У 19:20 глядзіце на тэлеканале «Беларусь-3» інтэрактыўную праграму «Дыялог». Гаворка пойдзе пра меры аптымізацыі работы гарадскіх паліклінік, якасць і даступнасць медыцынскай дапамогі, а таксама вынікі праведзенай вакцынацыі супраць грыпу. Далучыцца да «Дыялогу» можна па нумары телефона ў «Гомелі» 77-68-45. Каля 2000 прадстаўнікоў Гомельскай вобласці мяркуецца накіраваць ва ўзброеныя сілы Беларусі падчас летне-асенняга прызыву. Напярэдадні ў беларускую армію адправілася першая партыя будучых салдат. Алекс Сенцеров наведаў абласны зборны пункт. На Гомельском областном сборном пункте уведены додатковые мероприятия по поддержке дисциплины. До конца листопада тут будут постоянно дежурить несколько нарядов милиции. Миновито стойки часу будет протягиваться отправка в узброенные силы новых белорусских военнослужащих. Гэтая працоўная кампанія пачалася ў жніўні, калі раённыя ваенкаматы прыступілі да ўручэння павестак. У ваеннай часці неабходна накіраваць каля 2000 чалавек. Асаблівых праблем з камплектаваннем не ўзнікла. Хоць у некага аказаліся прычыны для адтэрміноўкі, некага не прапусцілі медыцынскія камісіі. Да здароўя прызыўнікоў увогуле даволі жорсткія патрабаванні. Перад адпраўкай на абласны зборны пункт яны яшчэ раз прайшлі медыцынскі агляд у раённых ваенкаматах. Яшчэ адна кантрольная праверка ўжо непасрэдна ў Гомелі. Некалькі чалавек накіроўваецца на дадатковы обследование у медустановы с подозрениями на перелом, проблемы с сердцем и острые респираторные захворывания. По заболеваниям сердечно-сосудистой системы, по травматологическим проблемам, по зрению, к сожалению, много. Это вот основные ограничения. 12 граф предназначения, и вот по ним и работаем. По ним мы определяем годность к службе в вооруженных силах. Трапіць у першую групу прызыўнікоў зусім непроста. Па сутнасці, гэта будучая эліта беларускай арміі. А таму, апрача медыцынскіх, да гэтых ваеннаслужачых ёсць яшчэ і цэлы шэраг іншых патрабаванняў. Чыстая біяграфія – гэта менавіта пра іх. Калі да гэтага паводзілі сябе сумленна, то і на вайсковай службы падвесці не павінны. Первая – 265 чалавек, ідёт на укомплектаванне вооружённых сіл. Воінскія часці – это 38-я бригада отдельная ВДВ, 5-я бригада особого назначения, полк связи КГБ и главная военная комендатура. На областном сборном пункте будущие солдаты проводят несколько годин. За этот час можно не только пройти опошню перед отправкой у армию медкомиссию, а и обменяться уражениями с иншими призывниками, а еще несколько разов потелефоновать родным. Сотовыми телефонами им дозволяют користаться до прибытия у части, причем и оттуда еще можно будет сделать несколько звонков близким, как не хвалявались. Раз 18 месяцев они вернутся до дому и тогда сделают кончатковый вывод, який уплыв на их оказала служба у армии. Покуль же напереди шмат нового и ожидания проверки верить себе у справе для соправдных мужчин. Подчас службы у бригаде специального призначения, например. С парашюта можно попрыгать, овладеть боевыми приемами, пострелять с любого оружия можно. Дядя был там, сказал, надо туда идти. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сёння ў Гомелі стартуе 9-ы адкрыты чэмпіянат беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама» па службовым шматбор'і кінолагаў з вышуковымі сабакамі спецыяльнага прызначэння. Спаборніцтвы будуць праходзіць у двух відах – пошуку наркатычных і выбуховых рэчываў. Чэмпіянат будзе працягвацца 3 дні на тэрыторыі вайсковай часці 55-25. Свае навыкі і ўменні правераць прадстаўнікі разнастайных сілавых ведамстваў, пагранічнага і мытнага камітэтаў Рэспублікі Беларусь, Міністэрства абароны і многіх іншых. Усяго месяц прайшоў пасля апошняга прыезду Жана Іва Бушардзі ў наш абласны цэнтр. І вось новы візіт. Прадстаўнік управлення Верховнага камісара ААН па справах бежанцаў сустрэўся з сем'ямі, якія пражываюць у Гомельскім гарадскім цэнтры сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей. Часовы прытулак тут знайшлі людзі, якіх уласную радзіму прымусілі пакінуць розныя абставіны, ваенныя дзеянні альбо іх наступствы. Зараз у цэнтры жывуць 5 сем'яў, у якіх выхоўваецца сямёра дзяцей. На такія сустрэчы яны прыходзяць со сваімі праблемамі і просьбамі. Некаму трэба паспрыяць у пошуку працы, нехта чакае матэрыяльнай дапамогі. Адаптавацца ў чужой краіне заўсёды складана, але вяртацца дадому ніхто не збіраецца. Трудоустройство как было, так и остается в фокусе нашего внимания. Мы продолжаем обращаться к различным компаниям с целью изыскивать возможности трудоустройства для лиц нашей компетенции. Да, нужно признать, что в Гомеле в целом ситуация более сложная, чем в других регионах в этом плане, но мы продолжаем
продолжаем обращаться в различные организации, уточнять, есть ли в настоящее время какие-то возможности для трудоустройства этих лиц. В целом можно сказать, что в настоящий момент мы говорим о 2-3 людях, которые ищут работу, но тем не менее, несмотря на то, что количество небольшое, это очень важно, и мы продолжаем с этим работать. Дарэчы, усяго на Гомельшчыне проживае звыш 1000 замежных грамадзян. Гэта ўраджэнцы Афганістана, Азербайджана, Йемена, Палестіны і Украіны. У рэгіёне вызначылі лепшага студэнта. Падчас конкурсу «Студэнт года 2016» з 7 прэтэндэнтаў журы выбрала прадстаўніка вобласці на фінале ў Мінску. Арганізатарам рэгіянальнага этапа конкурсу выступіў Гомельскі абласны камітэт БРСМ. Відовішнае шоу ладзілася пры падтрымцы галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама, а таксама шэрагу арганізацыі абласнога цэнтра. За напружанай конкурснай барацьбой сачыла наш корэспандэнт Вероніка Варашыліна. Адораны ў вучобе і творчасці, энергічныя, артыстычныя, кемлівыя. Менавіта такіх прэтэндэнтаў аб'яднала спаборніцтва за ганаровае званне «Студэнт года 2016». Удзел у конкурсе прынялі прадстаўнікі ўсіх вышэйшых навучальных устаноў Гомельшчыны. Гэта без перабольшання лепшыя з лепшых студэнты нашага рэгіёна. Стыпендыяты прэстыжных дзяржаўных прэмій, удзельнікі міжнародных конкурсаў і навуковых канферэнцый, актывісты студэнцкага самакіравання і Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. На сцэне ім трэба было пераадолець некалькі няпростых творчых выпрабаванняў. Напрыклад, оригинально представить себе и свою ВНУ. Мечтаю защищать людей. Хочу иметь семью, детей. Чтоб все в реальность воплотить, решил в МИЦО я поступить. Меня прельщает знание свет. Я этим горд, ведь я студент. Свои здольности и эрудицию молодые люди проявляли и у шерогу инших интеллектуальных и творчих конкурсов. Их неординарные авторские нумары сопровождались и философскими разважениями. Все конкурсанты пришли на конкурс подрихтованными, с великим жаданием угодно представить свою ВНУ. Почему захотела поучаствовать? Ну, сделать свою жизнь разнообразней. И я надеюсь, что наш университет станет более знаменитым в нашей Беларуси. Это конкурс для меня великая махчимость показать свой университет у добрым свете, потому что я лечу, что мой университет самый лепший. Я уже давно хотел поучаствовать в этом конкурсе, но так таковая подготовка у меня началась буквально вот неделю назад. И я, короче, возлагаю очень огромные надежды на этот конкурс и хочу, можно сказать, даже так победить. Не меньшая отказность подчас конкурса и у журы из 7 талиновитых представников студентской молоди Гомельшины им треба было выбрать только одного найлепшего. Тому яны еще загодя вызначилися с тем, якими якостями повинен володать сапраўдный студент года. Настоящий студент года, он должен, наверное, определять в первую очередь лидерскими качествами. Это тот молодой человек, который может за собой повести актив университета, тот молодой человек, который активный, принимает активное участие в общественной жизни университета и тем самым, наверное, выделяется на общем фоне студентов. По выниках усіх конкурсных выпрабаванняў ганаровае званне студэнт года заваявала студэнтка лячэбнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Аліна Данільчанка. Данільчанка Аліна! Защищаешь Гомельский государственный медицинский университет. 6-й курс, лечебный факультет, курс анестезиологии и реаниматологии. Усе удельники конкурса узнагороджены приемными призами. Пераможца отримала путевку на горнолыжный курорт. До того ж, у хуткім часе гэтая прыгожая таленавітая дзяўчына отправится у Минск, как представить Гомельшину у республиканском финале конкурсу «Студент года 2016». Пожадаем Алине Данильченко творчих поспехов и бездокорного выступления на столичной сцене. Вероника Варашыліна, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у картинной галереи Гаурила Ващенки открыта выстава живопису и графики, присвеченная памяти мастачки Татьяны Вакарыной. Гэта таленавитая, мужная и моцная духом дзяўчына народилась и жила у Гомелі. Тяжкое мышечное захворванне яшчэ у дзяцінстве прыкавала Татьяну до инвалидного кресла. Але, нягледзячы на хваробу, она не стратила оптимизм и постоянно шукала шляхи до развития своего таленту. Прымала активный удел у городских, областных и международных выставах. Была лауратом шматликих творчих конкурсов. Дякуючи допомозе своей мати, смогла досягнуть значных поспехов у выявленчим мастацтве. Але ж, на жаль, хворобу перадолець не атрымалася, и Татьяна пошла с життя. Организаторы выставы говорят, что экспозиция не столько об творчести Татьяны, кольки про ее жаданне жить и умение дарыць людям добро. Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам пленного дня. До новых встреч у эфира.